Приветствую вас. Во-первых, вне зависимости от того, что происходит между вами, вне зависимости от того, что человек смотрит, вне зависимости от того, как он смотрит, совершенно очевидно, что у вас, именно у вас, в отношениях проблемы. И в первую очередь, именно ваши отношения, именно ваши проблемы, именно проблемы ваших отношений нужно, на мой взгляд, решать. Потому что именно ваши проблемы стали причиной того, что мужчина стал смотреть, ну, какие-то видео, какие-то ролики, да, и так далее. Вот. Это первый момент, который я хотел до вас донести. То есть, ну, момент здесь такой, да, пробовали ли вы говорить с ним об этом, вот. Пробовали ли вы с ним это обсуждать? Если вы с ним это обсуждали, то к какому, соответственно, выводу вы пришли, это, на мой взгляд, очень важно. Вот. Такая история. Дальше. Значит, ваши опасения, которые у вас имеются по поводу дочери, они вполне обоснованы, они вполне логичны. Вот, я думаю, что переживать за дочь именно сейчас не стоит. Но, как бы, времени у вас что-либо решать достаточно мало, на мой взгляд. Вот, и, соответственно, очень желательно, чтобы вы с мужем эту ситуацию разрешили, то есть, ну, чтобы вы переговорили с мужем, да, чтобы вы выяснили все, либо вы обращаетесь к специалисту, либо вы разговариваете сами и как-то решаете момент, либо вы рассматриваете вариант расставания с ним, потому что дочь находится, ну, под угрозой, если не прямой, то косвенный совершенно точно. Вот. Дальше, почему у вас в интимных отношениях полный ноль, Татьяна? Это тоже очень важный момент, то есть, с каких пор у вас полный ноль в интимных отношениях, почему у вас полный ноль в интимных отношениях, что вы делали для того, чтобы это изменить, и делали ли вы что-то, это очень важный момент, все это очень важные моменты. Дальше, ну, значит, да, ваши страхи, если вот отвечать на ваши вопросы, они оправданы, Конечно, еще рано об этом думать, 5 лет это слишком маленький возраст, но, тем не менее, они оправданы. Вот, бывает настороженность то, что мужчина ваш старше на 10 лет, такая большая разница в возрасте, свидетельствует о том, что
и вы сами, возможно, для него тоже ребенок. То есть изначально его привлекло и привлекло вас именно то, что вы ребенок. Вот. То есть это с его стороны это страх равноправного партнера. Вот, то есть такая неуверенность в себе. Вот. А с вашей стороны это проблемы с родителями. То есть у него тоже это, у него тоже проблемы, скорее всего, были. И у вас тоже. Вот. И это тоже нужно исследовать. Вот. То есть лично у меня, Татьяна, вот основной вопрос к вам заключается в том, что у вас нет секса. Ваш мужчина смотрит видео, да, смотрит в интернете, как бы пишете голос девочек, то есть, ну, видео, не видео, непонятно, вот, значит, смотрит просто в интернете голос девочек, вот откуда вы, во-первых, это знаете, что он смотрит голос девочек, во-вторых, пробовали вы как-то общаться с ним, может присоединиться на что-то еще, вот, и, как бы вас волнует именно только вот ваши страхи, то есть не то, что у вас сексуальная жизнь, ну или не то, что у вас доверия нет, именно это, то есть нет опасения за дочь, конечно, это хорошо, вы молодец, вы хорошая мама, но дело здесь не в этом, дело здесь в том, что проблема глобальная, глубже, то есть если ваши страхи оправданы, и что дальше, понимаете, какая штука. То есть, вам нужно, еще раз повторяю, с мужем своим поговорить и определить, что как вообще будет уже дальше. Потому что вы сами молодая, вам тоже нужен секс, а у вас как бы ноль. Поэтому более глобальная проблема просто. Вот. Вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.